Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца. Удачи. Спасибо. 20 новых избранников, за которых отдали свои голоса жители железнодорожного района Самары во время сентябрьских выборов, приступают к своим обязанностям. Каждому депутату торжественно вручают именные удостоверения. Так началось первое заседание нового совета районных депутатов второго созыва. Будут определены профильные комитеты, соответственно, председатель районного совета, председатели профильных комитетов. Сегодня, можно сказать, мы официально уже вступаем в свои полномочия. Большинством голосов председателем Совета депутатов избран Николай Скобеев. Повестка дня насыщена. Избранникам предстоит рассмотреть 13 вопросов. Сформированы все комитеты от социального до экономического. Сегодня же объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы внутригородского района. Это назначение процедуры конкурса по избранию главы администрации железнодорожного района. Ну и, в общем-то, вот начало нашей очень серьезной работы, которая будет продолжаться 5 лет. Трое депутатов железнодорожного района общим решением делегированы в состав депутатов городской думы 7-го созыва. Это Наталья Маркушкина, Михаил Натальчук и Татьяна Палагина. Такие же заседания в этот вторник проходят во всех самарских муниципальных образованиях. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.